Согласно указу главы ДНР Александра Захарченко номер 379 от 7 октября 2015 года, исполняющим обязанности главы администрации Харциска назначен Левченко Александр Николаевич. Родился Александр Левченко 7 ноября 1966 года в Краматорске. Учился в Зугрецкой средней школе номер 10. После окончания Зугрецкого ПТУ номер 48 работал на Зуевской экспериментальной теплоэлектроцентрали. В ноябре 1985-го был призван в вооруженные силы СССР. Службу проходил в воздушно-десантных войсках и завершил ее заместителем командира взвода в звании сержанта. После демобилизации работал в транспортном цеху шахты «Кировская». С 1996 по 2014 занимался частным предпринимательством в сфере грузовых перевозок. 4 августа 2014 года был принят на работу заместителем городского головы города Зугреса, а уже в ноябре этого же года был назначен на должность главы администрации города энергетиков. В настоящий момент учится в Донецком государственном университете управления на факультете менеджмент. Женат. Сын служит в одной из частей вооруженных сил ДНР. Мне оказано высокое доверие главой Донецкой Народной Республики Александром Владимировичем Захарченко, жителями города Харциска, Иловайска, Зугреса, Зуевки, поселка Шахтная и других наших поселков, которые входят в наш административный округ. Я это высокое доверие оправдаю. Вместе мы возродим наш район, он будет лучшим в Донецкой Народной Республике.